Приветствую, друзья, на связи Артур. В сегодняшнем видео хочу познакомить вас с новой возможностью заработка денег без вложений на полном пассиве, которая не требует от вас вообще никаких усилий. Прошли регистрацию, запустили приложение, и оно вам зарабатывает деньги. Значит, речь пойдет о таком сайте, как Grass. Это ресурс, который продает неиспользуемую мощность вашего интернета. К примеру, если у вас там интернет скоростью 100 мегабит, а вы используете там условно 10, то данный ресурс будет использовать определенный излишек вашей вот этой мощности для своих целей. Как они говорят, что цель проекта — создать децентрализованную сеть по продаже неиспользуемого интернета. Этих ребят поддержала некая компания Wound Network. Как я понял, есть крупные инвесторы, которые вложили около 1 миллиона долларов. И все такое, короче, популярная история на бета-тестировании сейчас около 5 месяцев данному проекту. Он работает, тестируется, привлекается новая аудитория, развивается. И у нас на ранней стадии есть возможность как раз таки здесь поучаствовать и в дальнейшем заработать. На данный момент, на данную секунду, на запись этого видео, вывести средства невозможно. Нам проект начисляет их токен, который в дальнейшем будет конвертироваться в криптовалюту. Как я понимаю, это аналог такого проекта, как Honey Game, Peer-to-Profit и тому подобное, которые в интернете уже несколько лет работают и имеют очень большую аудиторию, очень большую популярность. И вот это, по идее, похожее решение будет и здесь. Имеется у них свой Twitter, здесь 17 тысяч подписчиков, 269 постов. Проект на ранней стадии. И как многие из вас могли слышать, что есть проекты в крипте, да, которые на ранней стадии делятся достаточно жирными бонусами, которые в дальнейшем можно обналичить. Возможно, это один из таких вариантов. Посмотрим, время покажет. Я о данном проекте узнал со своего окружения криптонов, ребят, за которыми слежу, подписан, общаюсь. И вижу уже не один раз информацию о данном проекте. Он привлек мое внимание. Соответственно, хочу с вами поделиться этой возможностью. Кому интересно, сейчас расскажу, как устроен заработок, что нужно нажать, что нужно сделать. По поводу того, сколько прогнозируемый доход, в разделе FAQ я увидел, что у них написано до 30 долларов в месяц на полном пассиве. Есть у них пост в Телеграме, где пишется до 900 долларов пассивного дохода в год. Как будет на самом деле, пока что никто не знает, прогнозировать сложно. В чем суть заработка? Нам нужно зарегистрироваться на их сайте, дальше установить браузерное расширение, пока что только это для браузера, на телефон они разрабатывают, сначала на Android, потом на iOS приложение, пока что его нет, вдруг чего сообщу в Телеграме, поэтому подпишитесь на него, если этого еще ранее не сделали. И дальше запустить это приложение в браузере, войти данные, которые указывали при регистрации на сайте, и оно будет у вас работать. Я вот буквально только-только запустил, у меня походу оно расчехляется, думаю, должен пройти хотя бы там час-другой и будет показывать уже информацию о заработке. Касательно регистрации на сайте, ссылочка в описании, мы переходим, и вот, собственно, такая форма: email, username, пароль, повторить пароль, и вот мой реферальный код, заканчивается на 9n. Нажимаем галочку и проходим регистрацию. Следующий этап — это нужно установить расширение в браузере. По ссылочке в описании кликаем, у вас открывается, здесь будет кнопочка установить, вы устанавливаете, дальше вот здесь у вас появляется информация, собственно, данного расширения. Нужно ввести почту и пароль, который мы вводили только что при регистрации. У меня почему-то пишет «смените IP», либо же там что-то сигнал интернета. Я думаю, что это из-за того, что пока оно только запустилось. И это, собственно, все. Когда мы зашли в личный кабинет, оно начинает работать. На сайте у вас будет писаться слово «connect» и вот зелененьким гореть. Это означает то, что оно работает. И важный такой момент, что когда мы проходим регистрацию, IP-адрес, по идее, первый, с которого мы зашли, и с него должны использовать в дальнейшем, оно должно, по идее, с этого IP-адреса только работать. Как я понял, на один IP одна учетная запись. Если IP будет изменен, возможно, эта тема не будет работать. Смотрел другие видео ребят, кто-то говорил 0,7 поинта или в минуту, и 42 монеты в час, или что-то такое здесь. Будет у вас писаться за сутки, здесь за все время доходность. Видим в разработке статистика, в разработке раздел рефералы, но вот здесь можно уже скопировать вашу реферальную ссылочку и приглашать других людей. Здесь трехуровневая реферальная программа, это 20, 10 и 5% от дохода ваших партнеров. Есть раздел часто задаваемые вопросы, можно перейти, посмотреть, вот, к примеру, сколько я заработаю, до 30 долларов в месяц. Но я думаю, это зависит еще от многих факторов, это может быть плавающее, больше, меньше. Посмотрим, как будет по факту, периодически буду писать отчетность у себя в телеграм-канале. Если будут какие-то изменения, нововведения, об этом дам знать.
Кто хочет уже сейчас зарабатывать и выводить денежки к себе на кошелек, для этого рекомендую использовать HoneyGain. Здесь имеется и на Windows, и на Android, macOS, Apple, Linux, короче, разные варианты приложухи. Суть такая, но уже, короче, где платится, где можно выводить. По-моему, 2 года работает эта история. Что касательно Grass, это только вот бета-версия, только запуск. И есть вероятность на старте поймать хороший заработок за счет того, что на бета-тесте мало людей. И по идее должны быть вот эти крупные реварды, крупные начисления. Так что, если полезно и интересно, ставьте палец вверх. И если хотите отдельный обзор на HoneyGain, напишите об этом в комментариях. Сделай обзор о HoneyGain. Будет достаточно комментов, лайков, запишу обзор. На сегодня все, до скорых встреч, пока.